На продовження інформаційного блоку – актуальне інтерв'ю. Введення карантину змінило сучасне життя. Багато людей скаржаться і вважають подібні обмеження зайвими. Тим часом Кабмін планує лише посилювати заходи для боротьби з коронавірусною інфекцією. Ця пандемія у світі не перша. У 1919-му людство стикнулося із так званим іспанським грипом. До 1970-х років хворіли натуральною оспою. У 2009-му був спалах грипу штампу H1N1. Проте, як люди боролися з епідеміями та пандеміями впродовж своєї історії, поговоримо із гостею нашої студії, кандидаткою медичних наук, викладачкою кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровської медичної академії Іриною Андреєвою. Пані Ірина, я вас вітаю у нашій студії. Дякую, що знайшли змогу і завітали. Добрий день. Аби відповісти на буденні і дуже такі, скажімо, важливі питання, пов'язані з коронавірусом. Давайте спочатку розберемося, яка різниця між пандемією і епідемією? Пандемія класифіцирується, коли на всьому земному шарі регіструється якесь заболівання. Зараз, наприклад, до того, як був коронавірус, на планеті повсеместно регістрували ВІЧ-інфекцію. У нас вважається пандемія ВІЧ-інфекції. Це, об этом ви слышали. Но вы, например, вряд ли слышали, что сейчас у нас 7-я велотекущая пандемия холеры. То есть пандемия это не говорит, что весь земной шар, как сейчас, горит. Это говорит о том, что повсеместно во всех странах регистрируются случаи заболевания. Где меньше, где больше. Об эпидемии мы говорим, когда уровни заболеваемости, расчетные, статистические, превышают так называемое пороговое значение. То есть, если возбудитель циркулирует по территории, люди болеют, мы ежегодно регистрируем какие-то случаи заболевания. Потом статистически обрабатываем эти данные и имеем так называемое пороговое значение. То есть, когда мы уже получаем количество случаев заболевания, подходящее к этому, скажем так, критическому количеству, мы говорим об эпидемическом распространении. Якщо говорити про коронавірус саме в Україні, на сьогодні ми маємо ще менше, ніж 1000, але за прогнозами в найближчі дні цей поріг ми перейдемо. І якщо в порівнянні саме з Іспанією, ми рухаємось саме в такому графіку. Немножко відстаємо. Да, трохи, как бы... трохи, на день, на да. Два, скажімо так. Але все ж таки, ваш прогноз, чого очікувати найближчі 2-3 тижні саме в Україні? Это зависит от очень многих факторов. Мы не можем модель Испании брать на себя. Очень много факторов, повторюсь. И прежде всего, будет все зависеть от того количества контактов, которые у нас в Украине будет. То есть, если люди будут слушать и сидеть дома и контактировать, ну, с семьей минимум, да, и если заболеет семья, там, 3 человека, 2 человека, это не 20 человек, если люди пошли по всяким людным местам и начали контактировать. Поэтому очень от многих факторов зависит развитие эпидемии нашей. Если говорить про карантин и те заходы, которые сейчас запроваджуються и в рамках державы в целом, и на уровне Дніпропетровщини, насколько они адекватны, чи потрібен такий жорсткий, скажем, карантин, там, пересування 1-2 людини, не більше, заборонено заходити на територію парків і таке інше. Ваша... Ну, я би сказала, це зараз то єдине, що нас спасе. Лечення нет, вакцини нет. Ми можемо ограничити количество случаев заболевания только если мы ограничим свои контакты и не будем друг с другом контактировать. Здесь тоже очень много факторов. Заболеет или не заболеет человек всегда зависит от дозы возбудителя, который он получит. Да? Вот сейчас анализируются случаи заболевания в нашей стране, много медиков болеет, и в других странах. Англичане, например, аналитику вчера дали, что почему болеют тяжело сразу медики, потому что они, работая с пациентами, получают большую дозу возбудителя.
И от того, что большая доза возбудителя, тяжесть течения заболевания тоже зависит. То есть, если люди будут сталкиваться с большим количеством источников инфекции, то доза, конечно, будет большая, тяжелое течение, но еще есть общее физическое состояние организма, сопутствующее заболевание, влияющее на результат. Но изначально заболеет человек или нет, и какой формы заболевания, все-таки зависит от той дозы возбудителя, которую он получит при контакте с источником инфекции. Зараз багато хто каже, що існує прихована симптоматика, на яку люди не звертають увагу, кажуть, ну, 36,6 – то щось не те. Наскільки потрібно звертати на цю приховану симптоматику і якою вона є? Ми зараз більше узнаємо, що люди, які мають положительний тест, от той, який на антитіла, не сам вірус виявляє, ПЦР, вже всі в цьому розбираються, а есть тесты, которые выделяют антитела. То есть при встрече с возбудителем со временем организм продуцирует защиту. То есть антитела, это тоже все знают. Так вот, когда контактных тестируют людей, которые совершенно без симптомов, у них, оказывается, выявляются уже антитела. То есть по статистике, то, что мы имеем по опыту других стран, 80% заболевания коронавирусной инфекции протекает совершенно бессимптомно. То есть человек может или минимальные симптомы, или совершенно их. Ну, из последнего, то, что говорят, что должно настораживать, когда ну, совсем никаких признаков, а вы вдруг нюх потеряли. Ну вот, понимаете, каждый день новые сведения какие-то получаются. Это тоже должно насторожить. Почервонение очей наступный. Ну, сейчас очень много симптомов. Вот, понимаете как, люди начитались информации. Люди у себя это ищут. Включаются вегетативные какие-то реакции, включаются панические атаки, и люди, начитавшись информацию, начинают задыхаться. И сразу понимают, что, наверное, у них коронавирус, да, вызывают там скорую и так далее. Это не подтверждается очень много. И в нашей области в начале, когда люди обращались прямо сразу напрямую в инфекционную больницу, через день они оттуда уходили, потому что ничего не находили. Это просто была вот такая нервная реакция на события. Ну, настораживать должно все, но об этом всем нужно говорить семейным врачом. На то и мы успели провести реформу первички. У нас у каждого есть связь с семейным врачом. Не надо никуда бежать, не надо стоять в очереди. Надо звонить и советоваться с врачом. Врач всегда подскажет. Более того, если это семейный врач, он вас знает. Он знает ваше состояние организма. Он может с вами разобраться, действительно, у вас это реакция на информацию или это уже действительно какие-то симптомы. Дуже багато спеціалістів кажуть про те, що насправді коронавірус в Україну прийшов ще приблизно в грудні, в січні. Вже були випадки, коли люди хворіли на запалення легенів, але тестів не було. І тому, скажімо так, хтось одужував, хтось помирав. Ну, і, скажімо, такий перелік подій можна продовжувати. На ваш погляд, чи дійсно все ж таки ця зараза зайшла на нашу територію значно раніше? Я не можу не підтвердити, не опровергнути цю інформацію. Єдине, що ті пневмонії, які у нас були, це грипозні пневмонії були, вони впоследствии підтверджувались реакцією на грип, той же самий полімеразний. По приказу по грипу все летальные случаи не обязательно должны пройти вот эту вот реакцию исследования. И когда коронавирус в Китае начинался, там только начинался, у нас в стране в день умирало по 8-10 человек с подтвержденным гриппом. То есть нельзя сказать, что когда-то мы не можем сейчас так ретроспективно, не имея лабораторных никаких исследований. Возможно. Можно это понять, если вдруг ну, как-то будет развиваться ситуация, и всех решат протестировать на антитела. Вот то, что сейчас делает Германия. Германия сейчас тестирует на антитела медиков в первую очередь, чтобы понимать, кого на работу можно пускать, кого нет. То есть они могли быть в контакте. А эти тесты довольно швидкі, чи вони... Ну, это тесты, которые на иммуноглобулины. Нет, это тесты, которые быстро делают. Они определяют уровень иммуноглобулина. Дуже важливо розуміти. Дивіться, вакцини немає, але є успіх, і дехто
стає здоровим після коронавірусу? 80% населення. Легкі, 20% тяжелі, тільки 5% требують... За рахунок чого? Саме ці 5 потребують ургентної допомоги? В основному це, скажімо так, на нашому медицинському язикі, так називаємо коморбідне состояние, коли чоловік зустрічається з мікробом каким-то, в даному випадку з коронавірусом, і у нього фонові заболівання такі, що чоловік не справляється з цією зустрічею, точно так же і при грипі. Помните, когда мы начинаем кампанию и призываем людей прививаться от гриппа, мы рассказываем, что есть так называемые медицинские группы риска. То есть у людей какие-то заболевания, которые нужно предупредить встречу с возбудителем, иначе эта встреча может заканчиваться плачевно. Да? Точно так же при коронавирусной инфекции кто-то имеет хорошую защиту, кому-то попало мало, давайте вспомним, о чем мы говорили, маленькая доза, и он там спокойно себе дома пересидел и выработал свой личный иммунитет. У кого-то большая доза попала, это совпало с тем, что у человека заболевания какие-то сопутствующие. По результатам наших исследований, то, что Виктор Кириллович Лешко каждый день в 10 часов утра, у него онлайн пресс-конференция, он вчера сказал, что у нас в Украине больше всего среди всех умирают люди с сахарным диабетом. То есть какие-то вот состояния не дают возбудителю спокойно выработать. Подолаты. Нет, организму не дает подолаты. Давайте я вам скажу такую вещь. Скажем, чтобы все понимали, что нельзя закрывать глаза на эту проблему. Вирусу убить нас совсем невыгодно. Вот совсем. Мы все в школе учились и помним, да, что такое ДНК, что такое РНК. Да? ДНК – это две цепочки РНК. Ну, вспомним биологию. Да? Так вот этот вирус – это половинка ДНК, РНК. Он отдельно сам по себе в природе жить не может. Он может жить только в организме человека. То есть организм человека для этого вируса – дом. И он использует его для размножения. Он встраивается в нашу ДНК и производит свое потомство, скажем так. Скажите, выгодно вирусу умереть вместе с этим потомством в организме человека? Вообще невыгодно, да? То есть у вируса нет такой цели убить. Он использует нас для того, чтобы свое дело в эволюции делать, размножаться и дальше распространяться. Но у нас население либо уже старое такое, что не справляется с этой встречей, либо какие-то заболевания сопутствующие. Соответственно, мы имеем результаты. Вот у нас сегодня по сообщениям умерла третья роженица. Ну вот как-то занесли в перинатальный центр в Ивано-Франковске. Мы все понимаем и знаем, что беременность – это тоже большая нагрузка на организм. И вот... При встрече с вирусом, да, то же самое и с гриппом. Мы говорим, прививайте обязательно беременных, потому что не дай Бог что. Добре, якщо змоделювати собі ситуацію українську, коли, ну, скажімо так, стане стабільно? Хтось каже, це початок літа, хтось каже, це може затягнутися і до осені, а хтось каже, що 2020 пройде саме під егідою коронавірусу в Україні. І час від часу будуть спалахувати. Ваша думка? Давайте поймемо, що раз уже вірус у нашій популяції є, да? Раз уже вірус розпространяється таким активним механізмом передачі, капельним, тобто на кожного можуть накашляти, ну, грубо говоря, да? В воздухі він не літає сам по собі. Нужно капельки рядом, щоб либо кашляли, либо хтось накашляв, ви себе самі руками грязними донесли. Понимая это, мы должны для себя, скажем так, усведомить, что каждый из нас может встретиться с этим вирусом, рано или поздно. Вот те мероприятия карантинные, которые мы вводим, мы всего лишь растягиваем во времени эту встречу. Смысл в том, что если все сразу встретятся, да, случаев заболевания будет тяжелых очень много, и не сможем оказать медицинскую помощь, то, что мы видим в Италии, то, что мы видим в Испании и сейчас в Америке, да. То есть одномоментно заражается большое количество людей. Поэтому будут, наверное, волны
Это все будет от многих факторов зависеть, и прежде всего от контактов, от возможности контактов, от интенсивности контактов и от той дозы, которую при контакте эти люди получат. Головна ваша порада для кожного из тех, кто нас зараз дивиться. Нам нужно доверять специалистам. Вот не обсуждать рекомендации, а подчиняться. Иначе, если каждый начнет испытывать судьбу или уровень своего, скажем так, умозаключения на эту ситуацию, он может подвергнуть опасности окружающих раз, и все наши прогнозы полетят в пух и прах, потому что, ну вот, сказали сидеть дома, да, значит, сидеть дома. Почему? Значит, хотите, разбирайтесь, нет, не хотите, читайте книжки, слушайтесь. Но если эти правила не соблюдать, соответственно, прогнозировать можно очень тяжело. Ну, будем сподіватися, що здоровий глузд у кожного українця все ж таки... Совершенно верно. Сейчас все зависит от каждого. То, как поведет себя каждый, будет зависеть, как мы дальше будем жить. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Будьте здорові. Ще раз дякую за розмову нашій гості. А глядачам нагадаю, в нашій студії була кандидатка медичних наук, викладачка кафедри мікробіології, вірусології, імунології і епідеміології Дніпровської медичної академії Ірина Андрієва. Пильнуйте себе і до зустрічі в п'ятницю ввечері.